поселок Прогресс. Екатерина Титова, село Екатеринославка. Программа «Одаренные дети» работает уже 7-й год, полных 6 лет. За это время выплачены стипендии, получали стипендию 79 человек. Это без 13, которые в этом году будут получать. Но это особая категория людей, люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, но очень талантливые дети. За какие такие заслуги, как ты думаешь, ты вот будешь получать стипендии? За то, что много занимаюсь, да, целыми днями. Ну, большое спасибо, конечно, моему педагогу Пирогову Владимиру Федоровичу, заслуженному артисту культуры, ну, очень хороший человек. В музыкальную я хожу еще с 1-го класса. Вот, сейчас я в музыкальной школе в 4-м классе. И, ну, учусь хорошо. Мне будут давать стипендию, я буду ее копить на билеты в свободный. И когда накоплю нужную сумму, тогда с семьей мы поедем к родственникам.